Мне не надо больше, выдыхай. Я твой яд под кожей, ай-яй-яй. Все, чего ты хочешь, ай-яй-яй. Не пиши мне больше, ай-яй-яй. Мне не надо больше, выдыхай. Я твой яд под кожей, ай-яй-яй. Без тебя мне проще, ай-яй-яй. Все, чего ты хочешь, ай-яй-яй. В этом кино не будет хэппи-энда. Снимай очки, здесь нет 3D-эффект. Расположись удобнее на диване. Ты можешь смотреть, только помни, дружочек, не трогать руками. Ну как оценил, я тут слегка поменяла сценарий. Подправила грим и поиграла немного с ролями. И главная роль уже не твоя, так что, мальчик, смирись. Беги скорее к маме, поплачь, похныкай за жизнь. Не заливай мне лучше, я не стану слушать твои слова в пыль, я не дам им все разрушить. Не заливай мне в уши, я не стану слушать твои слова в пыль, я не дам им все разрушить. Мне не надо больше, выдыхай. Я твой яд под кожей, ай-яй-яй. Все, чего ты хочешь, ай-яй-яй. Не пиши мне больше, ай-яй-яй. Мне не надо больше, выдыхай. Я твой яд под кожей, ай-яй-яй. Без тебя мне проще, ай-яй-яй. Все, чего ты хочешь, ай-яй-яй. Спустись с небес, сейчас ты крупным планом. Пора вставать на свет перед экраном. Я режиссер, и это моя схема. Так что трюкач, без лишних вопросов, давай на арену. Ни шагу назад, парень, здесь слишком высокие ставки. И как на войне, есть свои очень жесткие рамки. Я вижу твой блеф, я знаю о том, что скрыто за ним. Ну что же, сыграем, время пришло, ставлю лын. Не заливай мне лучше, я не стану слушать твои слова в пыль, я не дам им все разрушить. Не заливай мне в уши, я не стану слушать твои слова в пыль, я не дам им все разрушить. Мне не надо больше выдать.